Старая Рига. Ее здания и улочки, кажется, пришли к нам из глубины веков. Архитектурным ансамблем всесоюзного значения является и монументальное здание Домского собора, строительство которого началось в 1211 году. Около 100 лет назад в Домском соборе зазвучал орган, в то время самый большой и лучший в мире. Почти 7 тысяч труб из металла и разных пород дерева поют под сводами этого уникального концертного зала музея. В годы Великой Отечественной войны фашисты разграбили собор, вывезли более 700 органных труб. И лишь в 1962 году орган зазвучал снова. Сейчас началась капитальная реставрация Домского собора. Переживет второе рождение и знаменитый орган. Будут заменены механические части инструмента и более 1000 труб. А реставраторы Риги по сохранившимся рисункам и чертежам восстановят облик зала. Пройдет немного времени, и в знаменитом зале вновь зазвучит орган, как в дни своего первого рождения. Поют регистры органа Домского концертного зала в Риге. А 5 лет до этой минуты орган молчал. Возраст собора дал знать о себе, ведь храм на берегу Даугава родился в 13 веке. Все тронуло время, и своды, и стены, и фрески, и трубы. Был длительным антракт. Орган разобрали, увезли в Голландию, ремонтировали и привезли обратно, снова собирали. Войдут потом под эти своды люди, скажут: есть же вечность. Вот стоит, не рушится, а вечность от людей зависит, от мастерства и от любви.